Эти дети складывают, вычитают и умножают быстрее калькулятора. Гении, скажете вы. Нет, они просто очень трудолюбивые, ответят педагоги. Я понимаю, что они очень сильные и очень классные. И вот то, что они мне рассказывают, что они успевают еще в школе и что-то такое дополнительное, мне кажется, что они успешны и талантливы не только в ментальной арифметике. Легче заниматься на математике, а не как все мои одноклассники, которые еще не выучили умножение. Много нужно дома заниматься для того, чтобы добиться определенного? Ну, ежедневно. И они это знают, и они это делают, я уверена. То, что я не высчитывала, но я прошел весь курс Тани Тотс и начал КИДС. Ментальная арифметика входит в систему дополнительного образования Раменской школы номер 5. Региональные соревнования здесь проходят второй раз. 80 детей из разных уголков Подмосковья и Москвы борются за кубок чемпиона. Это и сложение, и вычитание, и умножение, деление, степени, корни, дроби и проценты. За 5 минут дети способны решить 70 примеров. И те, кто решает без ошибок и больше всех, становятся чемпионом, чемпионом города Раменска. Помимо региональных соревнований, программа «Алоха» также проводит всероссийские соревнования, которые в этом году пройдут 23 апреля в Москве. И в дальнейшем мы везем сборную России уже на международные соревнования, где дети будут защищать честь страны. В первых соревнованиях я была финалистом, а на вторых, которые были в Музее Победы, я заняла 3-е место. В этом году хочу занять 2-е место. Сколько лет ты уже занимаешься ментальной арифметикой? Уже 2 года. Это помогает тебе в учебе? Конечно. Подумай, Василиса! У них есть 5 минут и 70 примеров разной сложности, плюс максимальная сосредоточенность, колоссальная подготовка. И вот заветный кубок чемпиона в руках. Я перешла на другой уровень, на KIDS. Он более сложнее и для взрослых. Вот, и в нем, конечно же, немножко посложнее. Сколько лет ты уже в общем занимаешься ментальной арифметикой? Ну, где-то 6-7 лет. Не надоедает? Ну, в принципе, нет, мне это нравится. Я езжу на соревнования, занимаю разные места, мне это нравится. Ты продолжаешь заниматься и дома каждый день, да? Вот трудолюбие твое. Да, я занимаюсь каждый день дома, делаю по 3 листочка в день, готовлю соревнования. У нас в апреле вроде бы будут всероссийские соревнования. И ты к ним сейчас упорно готовишь? Да, я очень сильно готовлюсь, потому что хочу занять кубок. Ментальная арифметика «Алоха» – это международная программа развития умственных способностей, предназначенная для детей от 5 до 13 лет. На сегодняшний день «Алоха» присутствует в 42 странах мира. Мне нравится ментальная арифметика, я занимаюсь уже 6-й год. По математике, получается, я всегда отличница. У детей в период обучения ментальной арифметике и после прохождения всей программы развивается память, концентрация внимания, образное мышление, улучшается успеваемость в школе. Екатерина Фролова, Андрей Пластунов и Егор Кабанов для программы «Городские вести».